Брат, знаешь, я уже устал, я же на лоб башляю. Угу. Плюс этот Сергейки по городу понаставили, достали на это уроды, видишь, что сдохли все. И вот этот паркинг, как там, платный парковку, тоже устал. 100 тенге час стоит, 100 тенге час. Откуда, блин, такие цифры, я не могу понять. Штраф, каждый штраф, да, плачу, блин, это плачу, на лоб, устал ты уже. Ты заморачиваешься. К этим вещам надо относиться проще, братан. Вот меня вообще не напрягает ни парковка платная, ни Сергейки, ничего не напрягает, брат. Да? Проще надо, конечно. Ё-моё, вообще не напрягает. Ладно, давай, брат, жёлтый. Всё, давай, конечно. Слушай, ты, козёл, не учи меня жить, пожалуйста, ладно? Кто это? Да однокурсник, говорит, у тебя все вайны где-то подкаблучник, а нау-нау, снимай нормально. Вот придурок, да, вот как объяснить, что это образ просто, это просто театр как будто. Ой, Миржан, не надо ничего никому объяснять. Ну вот они не поймут, что ты показываешь и высмеиваешь образ подкаблучника. Ну бывают такие мужчины бесхребетные, которые нет своего мнения, да, но и не виноваты они. И жены тоже не виноваты, поэтому женам приходится вот направлять его, управлять свои мысли. Алло, да. 29-го у нас елка, корпоратив. Ты не пойдешь? Я не пойду. А, блин, у меня там дела, брат, я не смогу пойти. Да, давай. Ну и вот, и просто им это объяснять очень сложно, понимаешь? Чай налей мне, пожалуйста, видишь, нету. Ты не стоит даже нервничать и уделять время какое-то. Алтос. От души, братан, грамотная бэха, да? Самому нравится, же сегодня утром взял. Сейчас вот братану старшему позвонил, должен приехать. Курмдык даст по-любому же. Сразу полики все возьму. Ассаламу алейкум. Долбан, ты что, BMW что ли взял? Это самурай же, это же хороший. Ты ё-моё. На, кажу тебе, на WhatsApp отправлю. Запиши, хорошо, на. Все, записываю, ага. Дима Борода, да. Вот он. Коля Прыщ. И Сергей Чирик, запиши, хорошо? Это твои лучшие друзья будут. В избранные добавь сразу. А это кто? Это по движку, по коробке и по электронике. BMW-сты хорошие. Запиши давай. Слушай, знаешь, что? Оказывается, в сауне есть такая специальная комната, там все из дерева, и там жарко. Да не может быть. Эти серьезно, они там еще воду вот так плескают, и вот так прыщ и бах делает. Я сколько раз там была, ни разу не видел. Мне рассказали. А знаешь, что? Оказывается, в Дубае. Там есть такое длинное здание, музыка, фонтан и море есть. Да что ты гонишь? Серьезно? Там только отели, бассейны. Я тебе серьезно говорю. Нет такого. А еще, знаешь, бывает, оказывается, парни худые. Худые парни? Худые парни. Вот я сама не видела глазами, но мне вот подруга фотку показывала. А еще и бедные, худые бедные. Бедные худые парни? Серьезно, да. Блин, да. А знаешь, что самое страшное? Есть, оказывается, такие девушки, которые рождаются, и у них от природы сразу большие губы, сиськи и попы. Да не может быть! Я тебе серьезно сериал посмотрелась. Не, ну если честно, я в это сама не верю. Да, что, мы же поехали в Дубае? Дубае.